Горлыкский горно-обогатительный комбинат – один из крупнейших проектов Беларуси за рубежом. Впрочем, кроме строительства калийного гиганта, наша страна помогает Туркменистану с подготовкой кадров. К примеру, инженеров-геологов готовят в БГУ. Кстати, в этом году географический факультет планирует самый большой выпуск студентов из Туркменистана. Почему они едут за знаниями в Беларусь, расскажет Татьяна Ревизори. Туркменская земля богата ресурсами – нефть, природный газ, калийные соли. При этом добывающая промышленность страны как никогда нуждается в кадрах. Так что специальность инженер-геолог у туркменских абитуриентов весьма популярна. Для того, чтобы рассмотреть перспективы, едва ли потребуется микроскоп. Четверокурсник Мирдан не скрывает. Романтическую профессию геолога выбрал с прагматическим расчетом. По такому же принципу поехал учиться именно в Беларусь. У Беларуси есть огромный опыт в добыче всего полезного ископаемого. Не позаимствовать такой опыт – это просто преступление, на мой взгляд. Конечно, есть различия в залегании слоев, в генезисе. Все равно знания даются нам про все такие типы месторождений. Горлыкский комбинат – один из крупнейших проектов в Беларуси за рубежом. Калийный гигант в Туркменистане строили, что называется, под ключ. Подготовка специалистов – не менее важный процесс. Беларусь входит в тройку лидеров и по запасам, и по добыче калийных солей. Очень большой опыт. Более 50 лет мы уже разрабатываем эти месторождения. Ну а в Туркменистане они, как правило, только начинают. Разведка полезных ископаемых требует практики. Ее у студентов достаточно. Причем как на белорусских площадках, так и у себя на родине. Я проходила практику на Горлыкском месторождении. Да, занималась калийными солями. Это очень интересно. Проходили также практику на геологической базе тут, в Беларуси. Кстати, в этом году дипломы инженеров-геологов получат более 50 студентов из Туркменистана. Это пока самый многочисленный выпуск. Меж тем старшекурсники уже строят планы. Мой хороший друг Максат, зовут его, он тоже закончил Белорусский государственный университет. Специальность геология, работает в Горлыкском месторождении. Говорит, если придете, вы тоже хорошо отучитесь, вас тоже возьмут в Горлыке. Хороший стимул. Да. Татьяна Ревизори, Сергей Капустин, телекомпания СТВ.